Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сейчас вот тут по случаю я заехал, я рассказывал вам о том, что я начал работать ручным фрезером, и заехал я в очень такой четкий, классный магазин с хорошей такой ценовой политикой, то есть бюджетный здесь инструмент находится, и познакомился здесь... Владелец и продавец этого магазина, вот он, Роман на фоне, сейчас вы видите его, он является... Привет, скажи. Здравствуйте. Он является владельцем немецкой овчарки. И что-то мы с ним разговорились на эту тему, значит, как бы я ему пару советов дал, он мне скидку тут сделал кое-какую. Сейчас все вы смотрите, как я как бы делаю базу нашего канала. И вот Роман любезно согласился предоставить демонстрацию любого вида инструментов. То есть я сейчас сделал такой небольшой маленький анонс. И если нашим зрителям будет как бы интересна эта тема, давайте пишите мне, все вы знаете куда писать, или комментарии, или пишите мне на e-mail. И мы сделаем обзор любого абсолютно инструмента. Инструменты здесь, посмотрите, ну просто количество огромное. Сможем это сделать, да? Да, конечно. Будем рады, приглашаем. Пожалуйста, приходите, милости просим в наш магазин. Всем удачи. Заслужите доверие и уважение, у вас все получится. Спасибо. До свидания.